Блиц. Опрос, комментарий на ваши комментарии, мои ответы. Вот смотрите, фиолетовый ежик. Благодарю за видео, это 19 августа. Надо повышать культуру, чтобы изжить мат. Вы заметили, что я очень мало ругаюсь, особенно матерными словами практически я не ругаюсь. Можно свою мысль выразить совершенно иными словами. Ну, изредка, конечно, это можно там сделать для, какого-то утверждения. Но тем не менее, важно, и я об этом также говорю, это понимать смысл сказанного слова. Слово имеет связь с той или иной космической силой. И в зависимости от того, что и как вы говорите, теми силами, по большому счету, вы себя и окружаете. Поэтому приучайтесь выражаться так, чтобы одно слово означало то, что оно должно означать. Например, есть такое слово «есть». Оно обозначает «у меня есть очки». Я хочу есть, то есть принимать пищу. Ну и так далее. Двух вещей, да? Пищу принимать и другое. Что-то у вас в карманах есть, на столе есть и так далее. И еще там что-то у вас есть. Вот. Что касается еды, сказать. Кушать. Слово «кушать» я вот я хочу есть. Сразу есть, есть, я хочу есть, что там есть. И я хочу кушать. Кушать обозначает строго прием пищи и ничего иного. И связь с космическими силами устанавливается сразу же и четко, без всяких, знаете, отклонений и толкование. Кушать. Прием пищи. Есть. Вроде прием пищи. У меня есть автомобиль. У меня в кармане есть деньги. У меня есть жена. Ну и так далее и тому прочее. Что касается мата, там вообще неизвестно, с какой силой вы, так сказать, сталкиваетесь, вот это окружая себя вот матерными словами, особенно, знаете, когда они вообще вошли, надо, не надо, произнося какие-то слова, паразиты, которые вас уже привязывают к той или иной силе. Я уж не хочу говорить, но ради, так сказать, примера еще скажу. Вот такое выражение. А черт его знает. Все! Он уже у вас тут, как говорится, за плечами стоит. Сказать, я не знаю, там. Или, грубо говоря, кто его знает, там. Но не называть конкретно вот такие вот вещи, когда мы, значит, вот такими словами привязываем к себе, к тем или иным силам. Поэтому культура речи, есть такое понятие. Речь должна быть понятной, в первую очередь, красивой и приятной.